Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь. Со духе праведный, скончавшийся, душу раба твоего спаси, упокой. Годы летят, мы не взрослеем, но мне кажется, у нас сохранилось в нашей редакции, вот знаете, это не память, это сохранился стержень. Это Дима, который нас объединяет, который оставил свой след в истории нашей газеты, в истории каждого из нас, в душе каждого из нас. Покоище Твоем, Господи, и держись, и святи Твое упокоивается. Упокои душу раба Твоего, як единицы человека любит. Московский комсомолец – это большая-большая семья. И Дима, вот хотя его нет, но все равно он присутствует в этой семье. О нем заботятся, обо мне заботятся. И просто-напросто всегда вспоминают то, какой он был. Хотя молодой, но, видите, как Павел Николаевич говорит, 53 года ему, а все равно он будет всегда молодым. Богородицу и Мать Света, песни возвеличим, души и души праведных восхвалят тебя, Господи. Ушли люди из жизни, те, кто убивал большинство и кто заказывал. Их нет, они уже предстали перед судом. Какова их там участь, неизвестно. Но мы их знаем и знаем, кто это совершил. Убийство и злодеяние в отношении журналиста Димы Холодова.